В микрорайоне Луговая в день города состоялось торжественное открытие поликлинического отделения, где завершился капитальный ремонт. Подробности у Никиты Панина. В рамках капитального ремонта Луговской поликлиники была произведена полная реконструкция здания и всех его внутренних коммуникаций, включая замену труб канализации, водоснабжения, системы отопления, электрики. Холл освободили от ненужных перегородок. Во многих кабинетах была выполнена перепланировка. На втором этаже появилось несколько новых комнат. Отремонтированы стены на лестничных пролетах, заменены сами лестницы. На первом этаже пол теперь полностью покрыт плиткой, утеплен подвал, установлены новые окна. Также было расширено отделение дневного стационара, о чем просили сами жители. Многие из них пришли на церемонию открытия, чтобы своими глазами увидеть результаты проделанной работы. Участие в торжественной церемонии также приняли глава города Евгений Смышляев, председатель городского совета, являющийся жителем микрорайона Николай Гречишников, главный врач ЛСГБ Павел Прокофьев. Почетным гостем церемонии стала депутат Государственной Думы Ирина Роднина, специально посетившая Лобня, чтобы поздравить горожан с Днем города. Днем города мы любим подарки. Подарки нужно показывать, что будет ближайшие вот буквально неделю-полторы будет полное обследование и оборудование поликлиники. И, наверное, для этого микрорайона это очень важно. Тем более вот мы прошлись по кабинетам, действительно много приходит пациентов, особенно летом, когда здесь рядом дачники. Но теперь это более комфортные условия для обслуживания, для работы. Свои двери отремонтированное здание распахнуло для пациентов за неделю до Дня города. И, по словам врачей, оценить качество ремонта успела вся Луговая. Многие обращались за медицинской помощью, кто-то просто приходил посмотреть на обновленную поликлинику. Одним из главных результатов капитального ремонта стало повышение комфорта пребывания пациентов. За счет реконструкции холла и входных групп, изменения цвета внутренней отделки, помещение стало выглядеть более просторным. Современной стала и регистратура, устроенная по новым стандартам. Теперь она открытая. После ремонта поликлиника должна расшириться, развиться, и новые врачи, и новый функционал. Поэтому как раз этот процесс, оснащение новым оборудованием и новые виды медицинских услуг здесь как раз будут появляться. Но самое главное, что жители Луговой теперь смогут приходить за медицинской услугами вот в это улучшенное, обновленное помещение, но давно знакомое Луговской поликлиники. Здание поликлиники принято комиссией. В настоящий момент мы открыли уже кабинеты врача, терапевта и педиатра. Открыт дневной стационар. Отыграны конкурсные процедуры на поставку оборудования. Мы их ожидаем в течение ближайшего месяца. И поликлиника тогда будет работать вот полностью все свои два этажа. Пока мы открываем первичный прием, тот, который был в институте НИИ Кормов для жителей микрорайона Луговая. По словам Павла Прокофьева, в самом здании осталось завершить установку вентиляционной системы и провести интернет. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».